приехали на фестиваль «Сыр Пермир». Ехали 4 часа, еле доехали, пропустили поворот. Наконец-то доехали. Вот. Ага. Вот идем на этот. Посмотри, что продают с мужей, сестренкой. Все, посмотрели масштаб. Смотрите, какая парковка огромная просто. С дофигища машин просто. Вчера, говорят, было 40 тысяч человек. Сколько народу. Идем. Здесь даже техника безопасности на уровне. Вот техника аграрная. Здесь павильончики начались. Рыба, мед, мясо. Сейчас пойдем посмотрим, что внутри. Много очень народу, тысячи людей. Это просто... Я первый раз на таком мероприятии, но мне нравится вообще. Круто. Сумая, привет! Привет! Вот вкусняшки пришли. Сырочки. Посмотрим, где нужно купить какой-нибудь сырочек, мед. Ну и вообще поесть бы не мешало, потому что мы ехали 4 часа и уже проголодались. Вот. Handmade штуки. Производство одежды всякое. Что-то здесь еще такое. Ой, не знаю. Короче, надо пойти в павильон, посмотреть, что там внутри еще. I told you I'm not here to mess around, and you've been acting too mysterious. You didn't think I'd go, but do you know? You never took me seriously. You don't have the time for me. Can't promise that you got me out of work. I'm leaving and I'm never coming back. Don't wanna do what you.
работа, очень жарко, просто плюс 30. Все сидят, кушают. Я первый раз в таком людном месте, конечно. А, кстати, я перестала испытывать стресс на большое количество людей. Раньше у меня такое было, пока я не поняла, что я сверхчувствительный эмпат. Папа моряк, плов трак, чиз кофе, мистер корнер, мистер помидор, хот-дог. А, еще есть ташкентский плов. А, вот они готовят, всякие самса. Ну, короче, булочки 50 рублей, я спросила. Вот. Самса, булочки. Везде очень большие очереди, поэтому даже не знаешь, блин. А, ну вот здесь плов есть. Был. Есть, нету. Съели. Мы с тобой здесь, сейчас будем кушать. Если останется что-нибудь вообще. Это он. Давай, организатор своего фестиваля. А, фоткается, прикол, звезда прямо. О, это Олег Сирота. Это он все организовал. Очень крутой чувак. Мне нравится читать его посты. Вообще молодец человек, фермер. Восхищаюсь им очень. Ну вот, типа... Прикол, да? Как звезду фоткать его. Ну а что, звезда фестиваля, здесь столько людей собрал, считай, да? Его идея бизнеса. Здесь. Сейчас пойдем внутрь, не знаю, что там, посмотрим. Дофига народу просто. Здесь продают сыры. Вот люди пришли за сырами. Вот эти все сорочки известные. Цеха. Оборудование для производства сыра. Производство сыра. Пойдем теперь смотреть коров. Попасть в коровник. Вот как раз. Вот пропускные пункты. Вот мы идем в коровник. Я хочу увидеть коровушек. Коровки, коровки. Вы со стороны дороги стоите. Пойдем в коровник. Так, где коровки? Где коровник? Где коровки? А вот опять же здесь продают сыры. Но мне нужны коровки. Пойду искать коровок. Где коровки? Сейчас найдем коровник. А, вон куда-то зона отдыха. Сумая! Сумая! Идем в коровник. Пройти в сырный сомелье. Пойдем посмотрим, что здесь. Оказался на улице, вот, и потом полностью поддерживаю порядки в том, что уровень растет и конкурса, и с радио в целом. Единственное, я всегда... Просторы. Русская красота. Русские просторы. Аллилуйя.
ферму. Я никогда не была на ферме, никогда в жизни. Сейчас вот увидим. Фермочку. Увидим сейчас коровочку. А вот кролики, гуси. Организовали типа такого вот, покорми животных. Гуси. Гуси. Приехали городские, блин, на гусей посмотреть. Гусей никогда не видели, бози. Так, это здесь у нас уточки. Видно вообще что-нибудь? А, вот. Уточки. Так, что там? Вот индюшечки. С ума по-арабски болтать. Так, дальше что выйдем? Кто у нас тут? У нас тут пони. Пони. Мне кажется, я сегодня так загорю или сгорю. Идем дальше. Так, это что у нас? Я не знаю, что это за птица. Фазаны, перепела. Кто это? А, фазан. Ой. Я порвала свои эти туфли. Басандажечки. Так, пойдем в коровник. Смотри, что там. А, смотри, это, походу, они сильно закрывают. Почему закрывают? Чтобы не высохло, что ли? Мы зайдем в коровник и увидим коровочек. Дикие люди из города не видели коров. Ну, реально, я не видела коров. Ну, как, я видела их. Так, паслись пару штук. В Туркмении дохлые по улице ходили. Мусорки жрали, но чтобы на ферме. Я никогда не была на ферме. И вообще, у меня бабушка из деревни. Я очень хотела всегда жить ближе к земле. Вот, и что-то заниматься выращиванием чего-то. Но пока я даже не вырастила даже килограмм картошки. На этом все, как бы. Так, идем в коровник. Заходим. А вот и коровушки, божечки, матрешечки. И тетенька на фоне тут. Так, тетя, пройди. О, боже. Ой, ну так не сильно воняет. Я думала, будет вонять хуже. Смотри, какие они красивые. Боже, какие они красивые, чистенькие. Наверное, у них страстняк. Надо тоже погладить. Костя, дайте, пожалуйста. Вот она. Меня понюхала на мою руку. Так, ну это вода? Я не знаю, что это вода, моча. Ну, так сказать, что сильно воняет? Нет, не сильно. Люди вот все смотрят, как корочки. Эти корочки дают молочко для сыра. Вон там даже голуби ошиваются. Вот первый раз я вижу ферму, первый раз я вижу коровок. Вот столько народа, которые пришли смотреть на коров. А вот это типа фермеры. Ну не типа, реально фермеры получаются, работники фермы. Симментальская порода. Одна из самых древних, получила название в честь долины Симменталь в Швейцарии. Высота взрослой самки, бла-бла-бла. О, и интересно, у них высокая вероятность рождения близнецов. Благодаря этому стадо быстрее увеличивается в количестве. Хорошо адаптируется к любым погодным условиям. Вот как. Какие красивые, какие у них реснички красивые, беленькие. Ой, нет. Ой, теленочек какой маленький. Маленькие какие теленочек. Теленочек. Еще теленочек. Теленочек. Совсем малюсенький. Кролики кусаются, написано. Теленочек спит, какой миленький. Как ангелочек. Ой, здесь это телятки, козлятки, цыплятки. Фу, здесь очень воняет. Ой, какие красивые покрашенные овечки, вы посмотрите только. Их разукрасили, наверное, к празднику, какие милашки. Овечки и козочки, но здесь дико воняет. Бычки. Очень чисто все. Или прям мега чисто. Но подванивает, конечно. Барашки. Mm-hmm.
Папа, как ты? Прикольно. Перформанс от козы. Она не умеет посылать. Стрессанула коза, бедняга. Просто упаду в обморок без воды, потому что я никак не могу купить ни воду, ни лимонаду. Очень большие очереди. Это я чувствую себя уже мертвая. Ой, сервис этого. Конопли вот. Ну, это, конечно, как сказать, для, ну, для производства там масла, наверное, одежды, не знаю. Вот все фоткаются на этом поле, потому что, ну, конопля выглядит как конопля. Но она, конечно, не та, которая конопля, за которую в тюрьму сажают. Это просто сельскохозяйственная культура. Очень полезная, кстати. Я забыла где-то мою бутылку с водой. Мы уже все сделали, все посмотрели. Достаточно чего попробовали. Можно валить домой. Потому что мы ехали сюда 4 часа. А, нет, надо пить еще мед. Пошли, молодцы, пошли купим мед. Показать себя. Стартапы там есть и винодельню в Шатре. Ребята, которые первый раз вообще привезли свое вино куда-то. Такое. Первый раз свое вино продают. Те, кто первый раз привез свои сыры. И они все Олег здесь сирота. У нас на этом поле. Дают попробовать, рассказывают о себе. И для них, для всех это возможность. Мы бы все не выросли и не стали бы таким большим фестивалем, и отрасль бы не родилась. Спасибо всем, что вы приезжаете, поддержите нас. Низкий вам поклон, друзья. Спасибо вам всем. Только вперед к молочным рекам и сырным берегам. Ура! Сейчас пойдем на это места, пойдем сама мед купим. Там и мед, и сыр, и дофига всего продают. Пойдем мед купим настоящий. Природа, ладно, серьезно, как это?
пробка, это вообще не двигается линия, сука.